Итак, снова всем здравствуйте, с вами Техномакс, это у нас Вествудские тени, пролог, мы продолжаем вот на вот этой вот головоломке от безумного Марио, блин, который тут на трубопроводе так, что хрен что разберешь. Есть вот такая подсказка, на ней написано, это нечто вроде бинарной системы, это возможно поможет выключить пар. А Б... И здесь какие-то цифры идут, я вот хрен его знает. Еще здесь есть вот такой вот вентиль. Бойлерный. Возьмем. Один бойлерный вентиль. Чем другие отличаются, я не знаю. Кстати, да, их можно ставить, эти вентили, как я понял. Я думаю, это контролирует пар. 4. Здесь 7. 1 и 6. Получается. Тут закрыто все. А можно ли все открыть? А у нас получается один вентиль, что ли? Ну, попробуем здесь. Так, и что это перекрыло? Что-нибудь хотя бы, нет? А, вот, это перекрыло С. Но С закрыто. А у нас кроме батареек и монеток ничего нет. Заберем. Тогда... Так, нам нужно открыть что? Б или Д? Вот, Б открылось, надо же. Нихуя себе радость-то какая. А ради чего? А, чтоб дальше пройти, ух ты. Смотрим, смотрим обязательно. Ультрафиолет, сейчас все просветим. Обычно на таких листках под ультрафиолетом что-то видно, но нет, не в этот раз. Что-то 23.05, 1.2. И чё? Есть шкаф. А, о, ключ. Обычный ключ. Аллегра? Капитан, говорю вам, есть связь между Аллегрой и этими денежными потоками. Ты преувеличиваешь, Питер. Просто оставь эту конспиративную херню и сделай себе одолжение. Сфокусируйся на том, что важно. Вейн, да брось, Аллегра Фармасевтиклс явно занята в каких-то темных делишках, и ты знаешь это. Свободно, детектив Беннет. Сейчас было что-то из прошлого, конечно, я это опять буду переводить. Интересный ящик, у него все вот эти ящички разной конфигурации, блин. Это место меня пугает. Ой, бля, нихера себе стена текста. Бля, я манал переводить такое количество текста, куда нахрен? А, закрыто, ну-ка. Нет? Нормально. Я еще закрытых не встречал. Свет почему не включается? А, он же типа горит. Как обычно, освещение херовое. Вообще, как написано, это хоррор, но хоррор, как это сказать-то, без скримеров. И это странно. Так, теперь нам нужно попасть в D, потому что C закрыто. Стоять. Так, получается, C было закрыто, нужно D.
Нужно D, а D это у нас первый запустить. А первый у нас был вот. Тут же два положения, блин. Вот это закрыто, это получается положение 0. А нужно положение 1, скорее всего. Да. Кажется, я разобрался, как эта хрень работает. Так, потом 2, 0. Так, третий включен, четвертый выключен. Четвертый выключен. Скорее всего, шипение, это типа пар подается. Да. Вот. Четвертый выключен. Потом пятый включен, шестой выключен. Вот это выключить нужно. Просто бойлера под номером 5 тут нет. Седьмой есть еще. А седьмой должен быть тоже включен. Да. Я что, все-таки неправильно что-то сделал? А, я вообще А открыл. А как это так получилось? Ничего не понимаю. Так как D открыть-то? Может, нужно открыть C сначала, потом D, то есть их по очереди нужно еще открывать. Получается, пока не откроешь C, не откроется D. Во, бред. Ладно, C. Первый закрыт. Получается, четвертый закрыт. Закрыт. Тут нужно закрыть. Так, первый, четвертый и шестой, седьмой тут. Так, шестой закрыт, седьмой открыт. Шестой закрыт. Седьмой открыт. Как это работает? А он не работает, блин. Я же все по схеме делаю, верно? Больше ж бойлеров нигде не было до этого. То есть это... Вот их 4 штуки. Четвертый закрыть. Шестой закрыть. Так, четвертый и шестой нужно закрыть. Тут закрыто. Тут закрыто. Тут нужно открыть. Но тут открыто же. Как оно работает, что открылось D? Ничего не понимаю, блин. Ну хорошо, есть батарейка. Открыли, спасибо, что называется. Монетка. Ломик белый, странно. Болторезы. Обычно бегаешь в этих резидентах всяких, ищешь вот эти болторезы всякие, ломики. Во, валяются пачками, блин. В той игре, где оно нахрен не надо. Так, ну D каким-то хреном удалось открыть. Получается, C остается закрытая. А чтобы открыть C тогда? Первый закрыт. Блин, я вентиль забыл. Так, первый закрываем. Потом четвертый нужно тоже закрыть. 6-7 открыть. Так, четвертый закрыт.
Седьмой открыли, шестой сейчас тоже откроем. По идее, должен разблокироваться С. Но оно не разблокировалось. 6-7 открыто. Ну вот, получается, С, если сверху вниз смотреть, то 6-7 по единице, то есть они открыты. Первый, четвертый закрыты по нулям. Закрыто. И тут закрыто. Так в чем дело? Почему тогда С не открылась? Как эта система бляская работает? О, блядь. Открылась С, нихуя себе. Чисто наугад сделал. Так, дверь закрыта, но у нас есть какой-то ключ. Да. Почему он не пишет, где какой ключ нужен? И вообще, почему он сам их не использует? Автоматически. Так, очень-очень херовый глобус. Всё. Казахстан, Монголия, Китай. Но он что-то совсем старый, потертый. Какие-то бумаги. Компас. Это просто старая кладовка какая-то. Бешено старая вообще. Ну, идем. А, черт, это становится все хуже с каждой минутой. Так, больничные перегородки. Если кто не признал. Интересно. Так, ультрафиолет. Тут может быть что есть? 503, это диспетчер. Все в порядке, Питер? Дай мне несколько минут, Карсон. Я свяжусь с тобой по рации. Конец связи. Да, диспетчер беспокоится. Кофе тайм. Свежий кофе. Но он тут давно уже не свежий и превратился в клей, наверное. Хм, точно такая же тумбочка. Ни один ящик не открывается. Офигенно. Что за... В смысле? Как так? Мы зашли, блядь, в жилой дом, а подвалами вышли в какую-то психушку, блин. Это что за Silent Hill'ы начались? Просто подушки. Блядь, реально, палаты. Так, что там, фонарь еще нормально, почему он моргает? Сейчас все исследуем. Монетка. Во, будет весело, зайдем в одну из палат, нас херак и закроют там. Да, тут есть точка сохранения. А. Кто-то закрылся изнутри мягким матрасом, что? Блин, вот эти вот надуманные такие закрытые двери в этих играх, когда закрывают всякой хуйней. Абсолютно неправдоподобно. Что мешает отодвинуть каталку и въебать с ноги дверь, чтобы там стол, тумбочка и матрас все улетело нахуй прям внутрь камеры? Ничего не мешает так сделать. Ну, если вы хотите дверь закрыть, ну не знаю, цепями замотайте там, ну что-нибудь там, забетонируйте, блядь. Или напишите, тут замок сломан начисто вообще. А, какая-то записка. А, я напуган, они сказали, что переведут меня сегодня в новое место. Я надеюсь, мне снова повезет. У меня был свет целых 5 дней на этой неделе. Так, закрыть. Стой, а можно взять? Нет, взять нельзя, можно только почитать и оставить. Но это был какой-то из местных пациентов, наверное. Только что они здесь лечили или изучали.
те, кто эту клинику якобы держал, или что это такое было? Ни хрена себе тут местность, блин. Так, что там по фонарю? Пора батарейки использовать. Опять же, почему он сам их не заменяет? Батарейка села, он просто чпок сразу поменял сам, и все, со звуком, естественно. Вот. Это, кстати, бадж идентификационный Нейтана Фостера. Он был выписан недавно, хотя компания Allegro закрылась много лет назад. А, задание. Найдите вход на фабрику, найдите подвал. Чё? Какую фабрику? Allegro. Пожалуйста, будьте внимательны, постоянно изменяя пароль для системы пин-кодов. Как вы знаете, на этой неделе мы перевели нашу фабрику на новое место. Новое задание по освещению для каждой камеры теперь доступно. Каждый работник должен безукоснительно следовать заданию, чтобы предотвратить инциденты, как на этой неделе. Если какой-нибудь работник нарушит, видимо, правила, будут последствия для всей фабрики, руководства. Интересно, какая фабрика? Так, давайте сохранимся. Душевая. You can run, but you can't hide. Ты можешь бежать, но не можешь спрятаться. Корпорация Allegro закрывает деятельность в Эсвуде. Опять же, тут дохерища английского текста. Было бы это на русском, я бы прочитал. Но столько текста переводить, это же, блядь, башка отвалится нахрен. Как бы это просто демка. Во-первых. О, батарейка. И она бесплатная, как бы, ну я хз, тратить время на перевод, когда в будущем, возможно, опять же выйдет русский текст, как это всегда у меня случается, блядь. Сначала мудохаюсь переводить, а потом выходит русская озвучка. Так, еще какие-то бумаги. Билли, похоже, ты снова втянулась в неприятности. Не забудь, пароль меняется каждый день. Добавь полное количество дней, которые мы должны освещать каждую клетку в записку. Запомни эту записку и выброси ее нахрен. Кто-то опять про распорядок, видимо, освещения забыл. А, ну вот, 10-дневное задание. Блять, это опять что ли головоломка? Ни хрена себе тут сколько всего. Клетки, дни. Бля. Я на всякий случай за это... Кстати. Я, может быть, зря же сохраняю. Тут же все это сохраняется вроде как. А, записки. А, next page. Нет? Нет. Интересно, а... А почему... Вот такие вещи не записываются. Ну можно же с собой бумажку было взять, какого хрена? Так, опять туалеты жуткие. А. Там сидит кто-нибудь, да? А, ну да. Главный герой же прыгать не умеет. Блять, с каким грохотом это все закрывается, открывается. Не, ну и чё? Ну закрыто. Как бы нас тут, видимо, и не ждут, извините.
Тут закрыто. Как бы все, я узнал, что здесь скримеров нету, я хожу, вообще не парюсь. Просто какая-то мрачная детективная история. Ну вот, с паролем. А, тут... тут вообще газетками стекло заклеили, типа все, дверь не открывается. Ни трупов нигде, ничего. Так, это решетка, а ключей у нас нет. Ну вот он пароль. Опять нужно разгадывать ту хрень. Короче, с этим гребаным паролем это пиздец. Так. 5479. Пришлось пароль подсмотреть в видосе у разработчика, потому что сам разработчик в качестве подсказки там выдал такое, что ой, блядь. Там такая математическая ебать его схема, чтобы высчитать этот ебучий пароль, что ну его нахуй такие головоломки. Я не математик, блядь, извините. Я просто у него посмотрел правильный пароль и все, ебал я рот, там так вычислять надо. Ой, я ебал. Пизду. Как бы это уже чересчур для моего мозга, а столько времени на демку тратить я как-то не хочу. Так. Степлер. О! Труп. Мы нашли тело. И что-то с ними тут нехорошее делали. You bastards. Вы ублюдки. Только не вставай. Так, ключ. Странная комната. Ну, скажу так, я посмотрел только момент с кодом. Я дальше не знаю, что там будет. Чтобы вы не думали, что я посмотрел там все прохождение, нет. Я только домотал до вот этого момента с кодом, где я сам застрял и посмотрел, как там чувак решает. Но он сам не с первого раза, кстати, это решил. Странная комната. Это, наверное, здесь... А, storage room, не strange room, блять, неправильно прочитал. Хранилище. Сюда не подходит. А хранилище какое? Сюда не под... Не подходит. Storage room. А тут разве был storage room где-то закрытый? Вот это что ли? Блять, почему нужно, сука, угадывать каждый раз? А, интересно. Разбросаны кубики, мячики всякие, детская кроватка. Чё к чему? Опять куча шкафчиков, благо неоткрываемых. Рации, кассеты. Так, есть батарейка и ключ от фабрики. Orion. Орион. Невозможно. Конфиденциально. Возьмем документы. Проклятие, на этом диске файлы, которые доказывают, что я прав. Да мне наплевать, что они там доказывают. Ты нелегально раздобыл улики. Мы так дела не делаем. Сдай свой пистолет и значок. Ты отстранен до окончания расследования. Хорошо, слушай, я знаю, что если мы посмотрим на диск, мы увидим, что проект Орион был нелегальным. Хватит, завязывай, это приказ. Иди домой, позаботься о семье. И пойми, наконец, что Аллегра здесь ни при чем. Прикольно, блин. Он пытался раскрыть какое... В смысле? Кто это, блядь? Он пытался раскрыть какое-то дело, короче.
Что за хуйня? И ему дали по тормозам. Так. Что-то... Что за хуйня? Полиция Вествуда, стоять! О, господи. Вествудские тени. Блядь, реально тени. 503-й диспетчеру, это Беннет. Я тут немного осмотрюсь, если позволите. Я понимаю, Питер. Действуй. Ага. Прикольно, блин. То есть демка не длинная, но как-то непонятно. В заставке он достал револьвер и стрелял по этой тени. Это значит, что все-таки будет стрельба или нет? Или это будет все поддаваться только через заставки? Пока что как-то не ясно. Ну, я не могу сказать, что мне прямо нравятся такие игры, просто, ну, для разнообразия можно было кое-где мозгами пошевелить, но вот последняя головоломка, это, по-моему, перебор. Так, давайте сбросим это. Вот. Чё-то последняя головоломка уже с перебором, там слишком сильно математическое решение у нее. А так, все, демка закончена. В принципе, всем спасибо за внимание, с вами был Техномакс, это были Вествудские тени, всем до новых встреч, всем пока.